знаешь, конечно. Ну это что? Всегда от этого проигрывают рыжие и серые. Да. Они никак титул не могут набрать, когда общий ринг. Да, если честно, и белые тоже. Редко тягаются на равных правах. Слушай, у нас белые стоят большие. Не везла века кобелей арендных без переда. У нас собаки потеряли перед. Я теперь Марь Николаевне кужу. Держите перед, берегите перед, не вяжитесь без переда и кобелями. Она как привезет в аренду без переда. Вот повесит, он на когтях бежит, эксперт этого не видит. А остановить, он проваливается, его за шею держит, на ногтях стоит. Ну это что?